Или на метр подскочить, да? Ну вот сейчас в атаке бело-черный. Опасно может быть. Краснов нужно прикрыть. Ой. Гол. 1-0. 1-0 открывает счет. Владимирская торпеда, к сожалению, на метр подскочить, да? Ну вот сейчас в атаке бело-черный. Опасно может быть. Краснов нужно прикрыть. Ой. Гол. 1-0. 1-0 открывает счет. Владимирская торпеда. Рот преимуществом забив 4 взятых. Отмечаем ворота подопечный Владислав Николаевич Радзин. Еще одна навесная передача. Удар по воротам. Гол! 1-0. Торпеда забила. Лабзин. Передача на Андреева. Дальше Дарвис разыгрывает опасную атаку. Под штрафную площадь. Нужен хороший удар по воротам. Удар по воротам. Штанга! Гол! Никита Андреев, номер 29, похоже, выводит вперед. Через центр пытается атаковать сейчас торпеда. И это фол. Это фол, естественно, конечно. Здесь, я думаю, особых правил не должно возникать. Вопросов не должно возникать. Краснова и Давида Волка. Пробивает, и Волк спасает свою команду, но на добивании... Все-таки гостям очень повезло. Но нет. Здесь Зикрач буквально врывается в штрафную площадь. И это пенальти. Это пенальти. Это 11-метровый удар. Зикрач оказывается на газоне. Пытается воспользоваться своим моментом. Удар с линии ворот. Мяч попадает в своего же защитника. Удар. Гол! И первый мяч ворота футбольного клуба «Лукинергия» забивает Никита. Владимирской торпеды. Артема Ковешникова. Есть шанс у Андреева выйти 1-1. Удар. 2-0. Никита Андреев. Что творит этот парень сегодня? Владимирской торпеды. Артема Ковешникова. Есть шанс у Андреева выйти 1-1. Удар. 2-0! Никита Андреев! Что творит этот парень сегодня? Жаров, но тяжеловато. А Андреев успеет! Успевает Андреев! Андреев зарабатывает пенальти. А вот что... Ваулин против Калабахова. Да, черт побери! 3-0. Дмитрий Калабухов. Мяч ворота футбольного клуба. Кто-то из торпедовцев, похоже, первым бежал в штрафную. Тогда должно быть предупреждение. Калабухов. Да! И еще раз, черт побери! Третий раз мы перебивать не будем. Кто-то из торпедовцев, похоже, первых бежал в штрафную. Тогда должно быть предупреждение. Калабухов. Да! И еще раз, черт побери! Третий раз мы перебивать не будем. Совершенно бесплатно поддержать и поболеть за свою команду. Я так полагаю, что сегодня порядка около 500 зрителей присутствует на матче. Возможно, даже и больше. И навес штрафную. Гол! Гол забивает футболисты торпеда. Игрок под номером 2. Перфилов Денис. И, к сожалению, пропускает четинцы. Гол в ворота футбольного клуба Чита. Ой, читинцы. Пока очень спокойно играет. Футболисты. Очередной навес. Штрафную. И снова гол. Снова гол. Кто это забил?
игрок под номером 2. Снова футболист под номером 2. Снова Перфилов Денис обижает в гостях футболистов 4. Для Артема Смирнова это третий матч, официальный матч в составе Владимирского Торпедо, об этом чуть-чуть попозже. Но это забивать, и это без вариантов забивать. Так, что? Для Артема Смирнова это третий матч, официальный матч в составе Владимирского Торпедо, об этом чуть-чуть попозже. Но это забивать, и это без вариантов забивать. Так, что? А здесь пенальти на ситуацию. Ну, а Лунёв нарушил правила и без раздумия, без каких-то мыслей. Итак, звучит свисток, разбег, удар и мяч в воротах. Счет становится 0-1 в нашем сегодняшнем матче. Торпедовцы открывают счет. Один мяч. Забил игрок под номером 9, Дмитрий Колобухов. Здесь может быть опасно, нельзя давать пробить. Ой-ой-ой-ой. И вынести нужно включенный мяч. Не получается, в ноги сопернику. И еще один пенальти будем смотреть. И желтый. Смотрим повтор. Итак, вот он эпизод. А что здесь? Дождите, это Матвеев сначала, да? А вот дальше смотрим следующий, да? Вот здесь. Ну, окей, смотрим за ударом и... А у тебя, а у тебя, а у тебя, а у тебя.